Привет, меня зовут доктор Яна. Сегодня я расскажу вам про головной мозг. Головной мозг можно назвать нашим центральным компьютером. Мозг получает всю информацию о том, как работают органы нашего организма и отдает им приказы. Кроме того, мозг получает и обрабатывает всю информацию. Разные отделы мозга отвечают за разные участки. Лобные доли управляют поведением человека. Гипоталамус – это часть промежуточного мозга, следит за нормальной работой внутренних органов. Гипофиз отвечает за согласованность движений и речь. В разных отделах головного мозга расположены зрительный и слуховой центры. Центры обоняния и осязания, получающие из внешней среды информацию о цвете и форме предметов, звуках, запахах, температуре. Мозг разделен на две половинки – правое и левое полушария. Каждая из полушарий отвечает за работу всех органов своей части тела. Но при этом левое полушарие следит за правой половиной тела, а правое, наоборот, за левой. Полушария мозга покрыты бороздами и извилинами и разделены на доли. У каждого полушария есть лобное, теменное, височное, островковое, затылочное и поясное доли. Они покрыты слоем так называемого серого вещества, образующего кору головного мозга. Под корой находится белое вещество, образуемое нервными волокнами, соединяющими мозг со всеми частями организма, а также связывающими мозг со всеми частями организма, а также связывающими между собой оба полушария. А в глубине полушарий, в толще белого вещества, спрятан ряд подкорковых узлов, образованных серым веществом. Головной мозг связан со спинным мозгом через ствол мозга. Средняя масса головного мозга человека примерно 1,5 килограмма. Тяжелее мозг только у кита 6-7 килограммов и у слона 5,7 килограмма. Кора полушарий головного мозга состоит примерно из 14 миллиардов нейронов, нервных клеток. Именно нейроны образуют серое вещество нашего мозга. У этих клеток развились длинные ветвистые отростки, дендриты, способные воспринимать различные раздражающие сигналы. А самый длинный отросток нейрона, аксон, служит для передачи этих сигналов другим нервным клеткам. Всего в организме человека более 10 миллиардов нейронов. Наш мозг надежно защищен. Помимо толстых костей черепа, его охраняют три мозговые оболочки – твердая, паутинная и мягкая. Между оболочками находится спинномозговая жидкость, также защищающая мозг. Но несмотря на это, голову при катании на лыжах или велосипеде следует беречь от ударов. Удар по голове может привести к такой опасной для здоровья травме, как сотрясение мозга. Лучше всего при катании на велосипеде или на роликах надевать специальный шлем. Не забудьте поставить лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!